Nokia 6600S. Замена разговорного динамика. Для начала телефон необходимо разобрать. Последовательность разборки подробно описана в ролике «Разбор Nokia 6600S». Разговорный динамик находится на металлической рамке с обратной стороны. Обычно разговорный динамик выходит из строя или начинает искажать звук по причине перегорания или засора. Металлической лопаткой поддеваем динамик и извлекаем его из гнезда. Динамик крепится на двухсторонний скотч. Новый динамик устанавливается пинцетом на место старого. Все, разговорный динамик заменен.